Всем привет, ребята! Вы на канале Ката Топ, с вами я, Даня. Сегодня и Сеня, и сегодня мы пробуем острые чипсы. Вот ну, это самые острые. Я вообще не представляю, что будет вот из этого. Ну, это просто все банановые, лейс. Они не острые. А вот это банановые, я не знаю, мне кажется, они будут какие-то отвратительные. Мне кажется, они не острые. Ну, понятно. Давай сначала эти. Потом эти, потом самые острые. Давай. Вот эти вот чипсы, они просто с бананом. Это реально банан засушенный. Я чуть-чуть. Это засушенный банан, смотрите. Засушенный банан. Я чуть-чуть попробую. Он пахнет солено. И не очень. Как обычные чипсы. Оно соленое? Как обычные чипсы. А потом отдает бананам. Угу. Это странно. Банан соленый. Теперь по острее. Я пока что к этому не дошла. 20 рублей всего стоит. Прикольно. У нас такая пачка стоит рублей 80, наверное. А тут 20. Давай. Меня это вообще очень смутило, потому что оно как бы... Видно, что банан засушенный. Нет, ну, как бы да. Видно, что банан засушенный, давай в то же время он соленый, жесткий, и потом становится как банан. Давай по баллам из 5 оценивать. Это мне на однерочку. Давайте 10. Давай, это мне на 1-0. На однерочку. Твой вкус и острота оценивать. Вкус 1, острота 0. Острота 1, потому что она соленая. Да. Эти острые. Я увидите воду, тебе больше воды добавлять не буду. Давай я открою. Что? Сейчас мне запахнут. Они как чупа-чупсы. Дай я открою. Сейчас запахнут. И у кого есть противогаз в студии? О, подожди, я хочу нюхнуть. Тихо, не доставай. Нет, слушай, не остро пахнет. Пахнет не остро. Остро! Немножко остро. Ну не очень цветастое такое, знаете. Вот. Я хочу пробовать. Давайте, сразу же целую чипсину. Что тогда будет это? Мне это так уже. Ну, я так сказать, сдерживаю, что мне прям остро. Прям зачем, не знаю. Ну, хватит их есть. Остро. Знаете, как чипсы с крабом, только очень острые. Угу. Самая проблема, что у нас нет молока. Вот это вот забьется. У нас воды скоро кончится. Короче. Давай, ну по вкусности, я люблю чипсы с крабом. Подожди, я выгляну себе. По вкусности, если бы оно не было острым, оцениваем. Я люблю чипсы с крабом, поэтому ставим этому 9 из 10 по вкусности. А по остроте я бы поставил пятерочку. Я так же. Он говорит, что так же сделает. Подожди, я не пробую. Самое интересное, что это у них самый неострый. В Индии. Так, давай теперь эти. Эти похожи на наши сметана и зелень. Но, кстати, я не сказала, что тут в составе. Перчик. Тут сладкий и острый чили. У них тут просто продается чили. Смотри, тут чеснок, какие-то приправы, сахар и перец чили. Ой, господи. Вот, это уже открыто. Подожди, давай не пробуем. Давай просто посмотрим, что тут есть в составе. Не пробуй. Ну, пахнет чуть-чуть поедрёнее. Смотрите, тут еще какие-то приправы. Подожди, петрушка, перец чили, чеснок и перчик такой. Подожди, у нас и некоторых нету пачек. Желтые у нас нету. Желтые это просто соль. Ну, у нас много здесь нету. Нет, у нас все есть. У нас только с помидором и... Все, я пробую. Вообще говорят, что помидоры типа остроту тушат. Я пробую. Но если это помидоры... Давай не надо. Воду в студию. Я чувствую. Я пролил уже. Вы видели? Вот сравните, смотрите. Ну, не очень. Смотрите, цвет вот этой чипсин. И вот этой вот. Это более темная. Я представляю, насколько она будет острая. Нет, это не острее. Примерно одинаково. Не знаю, вперед. И пробуй. Целую.
Это менее острое. Он по вкусу напоминает попкорн. Но все равно острое. Очень острое. Я нашел способ, чтобы не было остро. Не надо на, туда внутрь язык кладь на кончик, потом просто прожевал и проглатываешь. Нас сзади жжет, сзади языка внутри. Ну это давай оцениваем. Так, это по остроте. Сколько ты по остроте? 7. Я 4 ставлю этим по остроте. А по вкусу ты? Я по вкусу 7. Я тоже 7 хочу поставить. Давай зеленый. Давай посмотрим, что тут. Смотрите, тут лайм, чеснок, перец чили. Почему у них везде перец чили? Не знаю. Ой, это еще по свету. Смотрите, вот это еще. Вот это по свету. Подожди, я хочу умереть. Я хочу самую большую чипсовую. Я хочу самую маленькую. Что ты это не съешь? Ты тут... Вот. Она более ядреная. Вот это вот. Я хочу попробовать вот это вот. Я сейчас даже на самый конец положу, мне уже остро. Немножко. На нее. Мама! Не так остро. Что, не острее эти? То есть эти острее? Эти самые острые. Ну хотя, возможно, мне так кажется, потому что мы эти первые попробовали, наш язык уже как-то немного адаптировался к этому всему. Знаете, она по вкусу, ну такой кислый, просто кислый чипс острый. Для меня это на восьмерочку по остроте. По вкусу этим тоже на восьмерочку. Я ставлю этому по остроте. Не, у меня все по остроте это на 9. Ладно, я этому по остроте 5, а по вкусноте 2. Все по остроте мне это 9, по вкусу вот это 9. По остроте вот это 0, 1, точнее 1. По вкусноте это 1, это не знаю. Слушай, ребят, мы скоро будем это пробовать. Я это не буду. Мне надо, все не надо. У меня закончилась вода, поэтому я иду набирать целый стакан, потому что... Пришли. Я мы взяли кусок хлеба. Я. Давай потом поделимся. Давай. Мне поменьше. Тебе. Мне поменьше. Сок он намного лучше тушит, мы только что поняли. Я понял. Ты его не пробуешь. Да, я понял. Да не умею это делать, но тут не откроется. Не надо. Ну вот так. А чуть-чуть маленькую дырочку. Иначе мы тут больше никогда не усидим. О, Господи. Мне плохо. Я чую свою смерть. Я помню, он в видео сказал. Ты только палец сейчас не оближи. Потому что ты просто помню. Слушайте, у меня резко появилось желание такое сделать. Всем пока-пока, ребят. Вы были на канале Ката. Тут с вами был я, да? Сеня. Всем пока-пока. Я просто лизнула уже остро очень. Я говорю, что лизнул палец уже очень остро. Правда, ребят. Тем временем я со своим пофигизмом. Ты чего? Ты это не съешь никогда в жизни. Я хочу. Я хочу это сделать. Нет, нет. По-моему,
Приигрывает. Он придуривается. Ладно, ребят, надеюсь, мы еще когда-нибудь увидимся. Раз, два, три. Чувствовать остроту, хочешь быстро запить, чтобы острота прошла, потом запиваешь, все это уходит, и через несколько секунд начинает прям очень сильно, как будто язык просто горит. Конец. Я не знаю. Давайте пойдем на улицу, попросим какого-нибудь еду со своей чипсиной. Будет нормально? А я просто дышу очень горячим воздухом. Реально. Нифига себе. Я просто огнем дышу. Все уже горячий воздух проходит. У меня привычка вытирать лицо, когда оно вспотело. У меня сейчас лицо вспотело, начал протирать. У меня же руки все в чипсах испачканы. У меня теперь все лицо жжет. Господи. Знаешь, что у меня это все? Ладно, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите крутые комментарии. И, кстати, пишите, вы хотите, чтобы мы еще какую-нибудь индийскую еду пробовали? Мы уже пробовали сладости, пробовали чипсы, что еще можно пробовать? Может, закуски какие-нибудь? Какие закуски? Ну, просто закуски. Закуски к пиву? Нет. Ну, не знаю. Ладно, давай попробуем. Да? Все, пошли в магазин. Давайте. Всем пока-пока. Влад, Фрося, Влад, со света, Влад, Фрося, Влад, со света, Влад, Фрося, Влад, со света. А вы ведь не забыли поставить лайк и подписаться.